Ковальскую. Проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Ребяточки, всем привет! Мы продолжаем. Это у нас метро Луч Надежды. Ой, какой метро Луч Надежды? Метро 2033, редакс версия. Я уже перепутал, потому что движок то метро Луч Надежды, вон в чем дело. Так, мы предобрались на Тургеневскую с Ханичем и Артемичем. Да. Да. Они прорвали внешнюю оборону. Хрено, ребят. Тут все, кто выжил. Ты с молотком их не убьешь. Надеюсь, уже дожить до завтра. А, зря же, ну хорошо. Откуда ползут чудовища? Как обычно, из левого туннеля, и из перехода тоже. Угу, хреново. Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись, и взрыва не было. А, хреново, ребят, что же они взорвались-то? Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да? Да, хочу. А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Я вижу, что все хреново все. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый туннель. Так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода. Какого перехода? Его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Угу. Постарайся закрыть. Хорошо же закроем, идем сейчас гермоворота. Я останусь с уцелевшими. Сейчас, погоди. Если твари окажется слишком много, замани их на нашу позицию. Так, обновили мне? Найти бомбу, найти способ заблокировать переход. Так, окей. Там дети, так я понял, люди живые, а они... Вот это кто остался оборонять их? Ладно, сейчас будем искать проход, так. Пойдем сейчас ворота закрывать. Проходите это. Так. Во-во-во-во. Ребят. Тихо. Побежали. Так, переход. Сюда. Давай, я уже не помню реально. Так, включи фонарик. Маску надень. Надень маску, люди так плохо. Гад походу. Травоядный. Газ. Стреляй. С этого иди нахер. Пошел нахер. Так, взрывчатка. Ставлю. Все, побежали, ребят. Во-во-во-во-во, сейчас завалится все ж. Ребята, охраняйте меня, пожалуйста. Что-то их много тут. Очень много. Так. У меня же дробовик. А, есть дробовик, я забыл. Хоть какой-то дробовик, но есть. Так, быстро, карты. Нет. Карты. Так, ищем взрывчатку. Нам надо взрывчатку найти, чем туннель обрушим. У нас больше нет взрывчаток маленьких. У нас только вот такие взрывчатки. Надо большой динамит найти. Так. Во-во-во-во. О, блин, ну опять бы сейчас нарвался на ловушку. Хорошо, что я успел пробежать. Так, где-то здесь? Где? А, вон, во-во-во, нашли взрывчатка. Это она? Бери, Артемыч, хватай. Так, это взорвать надо будет. Да есть там бензин. Бери. Во-во-во-во-во-во. Так, застрелил. Нет, блин, похер, побежали. Так, я маску на него сниму, чтобы не разбили. Тихо. Пошел нахер. Так, левый туннель, да? Бежали. Это левый, да? Ничего не перепутал. Пошел нахер. Так, надо бежать до конца и подорвать туннель. Нам уже сказал Ханич. Кого побежали. Пошел нахер. О, еще лезут, ребят, еще лезут. Хреново. Где взрывать? А, Артемыч сам встал, давай только быстро. Встал быстрее. Активировал. Свали. Артемыч, активируй, ты ёшкин кот. Давай, поджигай. Все, свали. Пошли нахер. Я жить хочу. Аптечку. Быстро. Валим. Сейчас он подорвется все. Так, тихо, пацаны. Отстаньте ты от меня уже, а? Так, все взорвется, ребят. Они лезут, там, но со мной обороняться надо. Вон взрывчик. Меня не заденет. О, тихо, ёшки. Вот это взрывчик, да. И пищника подорвали. Тургеневскую. И станция хотя бы не зарушилась, это самое главное. Фу, да. Классненько подорвали. Эпичное начало, так сказать. Там уже проход завалили, да? Да, все завалили. Ой, правильно, все, они не полезут сюда. Если не найдут новый проход, конечно же. Они же умные, эти твари. У нас их все равно есть. Так, чувак, тебе лута нету, блин, дробовика бы поменять. Или бы новый опять покупать, что ли. Так, Ханыч, ты где? О, тут какие-то люди. Я заберу лут, ладно. Ханыч, о, привет. Большой
Большая битва за маленькую станцию. Ты так рады? Дальше я не пойду. Чего? Пошли со мной. Тоннели обрушились. Если ты что такое веселый? Собираешься в пояс, тебе придется идти в обход. Да? Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. Тургеневского? А Кузнецкого, я сейчас не считаю. Титры. Принадлежащие или красным, или фашистам. Понятно, тем и тем. Пойдем, ты меня проведешь, да? Ну спасибо, хоть проведешь меня. Сейчас, погоди. Сейчас, погоди, ты идешь? Погоди, ты там поболтай, вы посчитайте, ребята. Что он там говорит вам. Эту серию не буду я слишком длинную записывать. Стараемся поменьше. Так, тут у нас Библия. Ладно, сейчас иди, подожди. А, Андрея Мастера найти. Окей, найдем. Шлей. Привиденьки. Так. Люди, дайте пройти, а? Так, они ушли, я могу пройти. То есть видите, как, ребят, получается. Мы не можем здесь пройти, пока эти привидения. А вот Ханич может, он такой человек какой-то необычный, да? Так. А я сюда пойду. Можно? А. Ничего себе. Можно пройти. Так, ладненько. Мне куда? И красиво очень, ребят. Храм? Да. Это оружие можно спрятать. Да, я зажгу. Так, свечи зажигай. Так, это храм, значит, у нас тут люди умерли. Так, ничего я подбирать не буду здесь. Храм надежды все-таки. Может быть, кто-то еще и живой. И, так сказать, потерялся в туннелях этих. Так, ого, проходик, да? Секретный, да? Мне сюда иди, да? Все, я дальше сам пойду. А, можно по собой включать, да. Добавлю. Ладно, я пойду. А, мне идти же. Ну ладно, все не дает мне, чтобы походить, посмотреть. Ну что ж, направляюсь к красным, да, и фашистам. Да, от меня. Я единственный, кто может все изменить. Да, до встречи. Встретимся еще. Не переживай, Хан. Еще встретимся. Так, новая локация. Кузнецкий мост. Был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Понятненько. Андрея Мастера. Ну что ж, поищем мы его тоже, потому что я уже не помню, кто он такой. Как мы его искать будем? Так. Ох, как светит-то у нас стильно, а? Артемыч, не ослепнешь, а? Какие-то перебои с электричеством. Череп, Йорик, да? Ну что ж, прыгай, Артемыч. Все нормально, прыгай. Хопа, молодец. Так. Главное, чтобы нас не запалили, не услышал никто. Так, проход закрыт нам. Зачем это закрыл? Пройти дальше, да пошли. Так, включи фонарик. Фух. Так, ребят, если сегодня не очень длинная серия будет, я думаю. Доберемся до красных. Там, может, где-то и закончим. Так, нам туда путь заказан, да? Идем в эту сторону. Закрыто. Смотри, там кто-то есть вроде бы. Да, я перезаряжу лучше. На всякий пожарный, мало ли, а? Так, ребятушки, вы опасны или нет? Артемыч идет. А не двигайся, нормально. Ну так. Да выключи, а то слепнешь. Ну так, свободно, это ж хорошо. Выбор есть какой-то хотя бы. Не арестовали меня, не расстреляли, это хорошо. Спасибо, пацаны. Красные, да, вроде бы? Да это вроде бы червоные, красные. Пока я не знаю, кто это, я даже не помню, точнее. Так, не курить, не палить, ну ладно. Пацаны, двери закрывайте. Это не паранойя, парень. Да, понял. Так что, держись поскромнее, понял? Да, конечно, понял. Не выпендриваться, да, так сказать, поскромнее. Буду вести себя поскромнее. Да, спасибо, спасибо. Дружеский совет, это хорошо. Так, идем, значит, что у нас там? Лубьянка. Кузня. На станции проводится проверка документов.
Так, зачем мне это задание? Найти мастера, да? Андрей мастер, хорошо. Поищем. Что-то красненький такой горит. Так, никому я помогать не буду, документы я тем более показывать не собираюсь. Понятно, это свободная станция, вы сами сказали, так что все. Так. Ну, там еще люди есть. Свет почему-то здесь отключен. Я могу включить, чтобы было ярче вам видно. Так, сумки какие-то. Люди тут же, да? Здорово. Че такие молчать, а? Молчивые. О, тут хотя бы люди есть. По-моему, раньше не было их людей. Я же проходил эту игру давно уже. Блин, отсюда. Че такой борзый? Открывай. Отвали, или я охрану вызову. Да сам ты отошел, я сейчас дверь тебе подпалю будешь потом. Кому-то еще указывать что-то, да? Тут закрыто, да? Привет. Че толкаешься? Че, посидеть пришел? Что-нибудь расскажешь? Чем обязан? Господи, боже мой. Да нет, ничем, спасибо. Тебе мозгов нет, и ничем ты мне не обязан. Чуть игру не сломал, да? Ох, кого-то обыщу. Да хватит, отстаньте, противный! Я не такой! Ага, противный. Запусти прибава! Готовься к досмотру! Проблема, что ли? Сам провалит. Так, там начальник у вас. Андрюха, ты что ли? А, нет, это не Андрюха. Не Саныч, ты сейчас. Андрюха, Саныч. Украли что-то. Ай, какой-то бьют там, ребят. Пацаны, все нормально, меня проверять не буду. Вот, красиво. Что так, вау, так светит, блин. Да ты же удобно был ставку разрабатываешь? Петросянин? Дай пройти. Ну-ка попробуй вот это. Меня там бьют. Так, ни черта нету здесь, да? Ладно, идем. Что там у нас? GPS по карте идем сюда, да? Мы пошли. Чуть. О. Напарник. Он рыжий, волосы белые. Ну. Ты тоже арестован. Я не белый, я Артемыч, я рейнджер, нельзя меня арестовывать. Ладно. Только без рук. Без рук, да, не приставай к нему, что это такое? О, прописал ему ебать. И этому давай по яйцам. Все, беги. Сейчас, подожди, у меня наручники на руках. Так, о, привалим его. Окей, побежали, шип, нажимай. А, чё, я бегу, побежали. Ой, кто-то стреляет. Девушка, осторожнее. Ассасин вы наш. Ассасин какая-то. А, беги! Аккуратно, пиво. Бухло все перезбивали, здесь какой, блин, бутылок под пиво. Подожди. Стой, подожди. Добежать не могу. Чё, как больно стреляет. Какое лево? Ой. Ё-моё, её убили, ребят, это как, понимай. Меня может убить тоже. Куда идти? Никого, побежай, давай. Что такое? Туда. Откуда я взялся? Стой, Артём, спрыгай куда-нибудь. Так, куда ты упал? Здрасте, это кто меня сейчас повязал? Я не верю в Бога. Но в тот день, когда мне больше некому было вступиться, меня спасли. Друг Хана. Андрей мастер. А, этот. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. А, я тебя помню. Изменился, конечно, ты. Ага. Всех подряд, я понял. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде Хе-хе, круто, поедем зайцем. О, ребятушка, там кое-что интересное, сейчас вам покажу. Дай поправлять, можно поправлять? Не-не, стой. Класс, даже та самая Регина, ребята, посмотрите, какая пасхалка интересная. Так, размер для справок на неуказанное предельное отклонение размеров валов. Блин, это та самая Регина, которая была в метро Луч Надежды. Андрей Мастер это тот же. Я понял, кто это из Метро Луч Надежды. Он же нам Регину эту подарил. Кто помнит прохождение, то было. Блин, а тоже раньше пулемет еще был. Но этот раз мне не оставил пулемета. Ну, за Регину, блин, за такую пасхалку респект разработчика. Теперь я понял, кто этот Андрей Мастер. По второй части я не... Он как раз выглядел вот так, как вот сейчас.
Просто у меня тур 23, там же другой движок, там не так он, так, тут уже какие-то алкаши валяются. Ладно, хрен с ним. Если вы что-то поняли, то молодцы. Тебе что, корова поцарапала или кошка, или жена дома? Ладно, я комбинезон надену, меня не узнают, да? Не хочется открывать, никого дома нет, наверное. Какая дамочка? Здрасте. А ты не Аннушка? Нет, на Аннушку похожа. Анна, это ты? Похоже. Так. Пропустим. И все? Это что ты можешь мне сказать? О, мастер, подожди. Мастер и Маргарита, да? А где твоя Маргарита, скажи, пожалуйста. Здрасте. Вам помочь? Или наоборот? Помешать? Ну ладно, пойдем дальше. Интересно. Так, ладненько. Что-то у нас интересное еще есть. Ого, качается, смотрите, ребят. Раньше спортом не занимались здесь, это смотри, а. Раз. Два. Так, блин, дотягивайся, давай, сказал. Три. Давай, 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 давай. Четыре. Ой, блин. Ну, все, ладно, блин, вообще. Ребят, давайте, я на вас на руку наступлю. Так, уборщица, убирай лучше, здесь сколько нефти разлила, ты. Халамедра, ёб твою мать. Так, привет. Сюда можно только по пропуску. По какому пропуску? Уже война, блядь, это типа. Покалипсис, где я тебе пропуск возьму? Убирайся, болван. Рот закрой. Чмошник, а. Так, тут я не пройду. Здрасте. Я между вами стану, посмотрю. Лесницкий, это же ты, да? А вот ты похож еще на кого-то, я не помню на кого. На Шарикова или как это? Терминатор на то похож, с одним глазом. Похож, похож. Так, ладно. Так. Господи, боже. Ты, а ты тоже на кого-то похож. С таким лицом. Ладно, не буду вам мешать. А, что-то мне прикупить дадут? Можешь посмотреть, а, да, ты конечно, сейчас куплю. Но не тратить время зря. Сколько мне бабла? А, нормально. Все? Сказал, что хотел. Так, я дробовик выкуплю. Ай, продам за одной патрон не нужно. Так, мне нужно, надо продать тебе. Не-не-не, стой, это не здесь патроны. Где валюта у вас продается? Вон там валюта, да? Хорошо, сейчас куплю тебе. Там это, поменяю сейчас сначала. Обмен. Хочу себе Нет. Не понял, я дробовик хочу. Мой старый добрый дробовик. И что тут у нас? О, что это? ВСВ, как она называется? Ладно, давайте поменяй на дробовик. 56 патронов. Но было дешевле. Все, меняю. Так, тюнинг. Да-да-да. Давайте. Окей, пошли. Ой, там папочка. Хопа. Патрончики добрые. Вы почитайте, ребят, на паузе. Потом ножи читать. Все. Оставили меня, что я тут типа чинить буду. Ну, правильно сделали, потому что потом подойдут люди и спросят, а что там у вас делает человек внизу? А мы типа сказали, а мы тут вам ремонтируем, вам мост ломаем или что-то, колеса там смотрим. Давайте меня закатывайте уже, я залезу в эту дрезину, поедем с зайцем на Кузнецкий мост. Думаю, серию закончим до этого. Так, ладненько, прикатили? Давай, кати, кати, кати быстрее. Я могу уже лезть? Нет, не могу, сейчас погодите. Где? Где? А, вот здесь мы. Так, залезаем. Аккуратненько, садимся. Возьмем книжечку, почитаем, метра 23-4. Ох, руки видно. Ребятушки, раньше рук даже не было. Смотри, у него даже пресс есть какой-то. Что такое, чухается? Ну, блин, ну, перчатки очень неудобно, блин. Жаль, что броню я не купил. Может быть, ракета была здесь, я опять не заметил. В прошлый раз забыл купить, когда проходим метро 23. Ага. А не, не очень безопасно. Это, конечно, безопасно здесь. Мы и так зайцем едем, это и так опасно, блин. Высадят нас по пути и все. Что делать будем, да, Артемыч? Так, ну шо? Все нормально, подбирайте. Подбирайте, только аккуратно, не уроните. Да-да-да. Все, Андрюха, пока. Встретимся, может быть, еще. Третий час или второй.
Блин, все так классно, четко видно рельсы, колеса эти. Так, они там что-то говорят, что им надо, что им надо. Ага. Уже в вагоне и все, и на, я там, блин, на бойню, на фронт, так сказать, тоже. Ну, бойня, фронт, это одно и то же, если считать. Пушечное мясо, да? Так, они там обсуждают, что они не хотят в армии. Вон солдаты, кстати, которые с нами поедут. Возле флага там стоят. Кто-то сидит, даже кто-то лежит, волнуется. Не хочет ехать, мало ли убьют. У него дома семья, дети. Аккуратно! Блин, аккуратно ж просил поставить на рельсы. Садитесь, ребят. Только прицелом своим не палите мне в глаза. Сколько тут? Давайте быстрее. Поезд отправляется, а я сейчас первым вагоном еду, нормально. Мне будет все видно. Ваш трясется все, блин. Какой ты там жирный, а? Меня там не передаете сверху, блин. Аккуратнее, можно, блин. Внимание, внимание. Ага. Все заняли места, что поезд отправляется. Угу. Меня может расстрелять, я же за этим это. Ага. Конечно. Угу. Бабло. Ребят, все только послушайте, о чем этим говорят. Как-то помолчу. Ну, мой отец в Красной армии служил. Моего отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Артемыч, держись. Не скатились, блин. Ты тоже в Советской армии служил. Предатели. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут патронтаж и черная таблетка. Ого. Антибиотик, что ли? Какой антибиотик? Это же сзади стыка. Зачем? О чем мне там говорят? Ладно. Просто слушай. Я же в рот попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай попаду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Да давай свою пилюлю мне, чтобы наверняка. Лишь бы не гнить в концлагере. Вот так и ребятушки. Так, походу локация загружается, да. Все, ребят, мы здесь закончим. Человек. Глава 4, война. Да. Ты правда говоришь, он также готов был грызть. Собрали же нашу здесь. Из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными фашистами. Человек не меняется. Да. Артем, сейчас с тобой, блин, тут реально осталась, такая правда, блин, чистая. Что сейчас творится в мире, то и здесь будет. Такое ощущение, что игра реально, блин, реальностью становится. Все больше и больше. Кто там поет, блин, уже выпили, да? Уже антибиотики эти приняли, черные, да? Таблеточки. Ну, чтоб было не страшно ехать, правильно? Ой, ё-моё, блин. Тёмыч. Не ори такой, Артем, не ори, ты услышишь? Будет пипец полнейший. Все. Они там доехали, пусть их не тормозит, надеюсь, меня не спалили, потому что, ребятушки, мы на этом и закончим. Все. В следующей серии будем выбираться с этой цитадели зла, будем фронт пересекать к фашистам, чтобы добраться быстрее до полиса и искать мельника этого. Все, ребятушки, с вами был Артемыч и я, Станислав. Это игра Metro Redux. Если понравилось видео, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Лайк позитивный. Встретимся в следующей серии. До скорой встречи. Всем пока-пока.